Хорватию. Вот так буднично добро пожаловать в родной Барнаул, серебряный призер чемпионата Европы. Никаких баннеров, флагов, поклонников и представителей краевого спортуправления, которые так искренне обычно признавались в любви. Из встречающих лишь родители самого Шубенкова, ученики Сергея Клевцова и наша съемочная группа. Этот забег, словно лихо закрученный сюжет очередного блокбастера, до сих пор обсуждает вся спортивная общественность планеты. Безусловно, главное из-за результата. Всего 0,002 определили, кто сильнее в барьерном беге на Старом континенте. Только вдумайтесь, 0,002. Две золотые медали тебе и Лагарду. Это было бы справедливо или нет? Нет, конечно, там же есть разница в 0,002. Смазанный старт, отчаянная гонка за убегающим французом, не менее отчаянный финиш и падение. После были слезы Лагарда, растерянный взгляд Шубенкова и фотофиниш, который и определил победителя. Представители Сергея тут же подали протест, где не согласились с итогами забега. Правда, сам спортсмен узнал об этом позже. И он, собственно говоря, сделал то, чего от него и все ждали, и хотели. И вот он пробежал свой лучший бег, выдал там, где нужно было выдать, а я этого не сделал. Вот, и поэтому после того, как я, собственно говоря, своими руками не сделал то, что должен был сделать, зачем мне за эти тысячные цепляться? В результате протест судьи все равно отклонили. Отклонил, возможно, на время прежнюю программу тренировок и личный тренер Шубенкова Сергей Клевцов. Незадолго до старта сезона тандем объявил, этот год будет экспериментальным. Пробуют, ищут, ищут и вновь пробуют. Но ведь эксперимент, он предполагает то, что есть какие-то риски и есть возможность на каком-то этапе получить не совсем позитивный результат. Но это будет в итоге позитивно в перспективе. Из ближайших перспектив все те же старты. Это будет континентальный кубок Международной ассоциации легкоатлетических федераций и финал бриллиантовой лиги. Два пишем, один, как известно, в уме. Ведь по-прежнему цель номер один – Олимпийские игры в Токио в 2020-м, подготовка к которым уже началась. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.